Катя Васильева, вы попали на мой влог. Меня зовут Артем Васильев, я ее брат. И прошу извинения, она у меня сестренка. Она у меня приболела чуть-чуть, так что можно ваши лайки и подписки, и колокольчики помогут ей выздороветь. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Пожалуйста. Ну что, мы сегодня будем делать распаковку двух новых слаймов. Мы их будем смешивать с одним гигантским слаймом. Да. Тём, давай, показывай. Вот они, вот наши маленькие слаймы. Вот такие вот маленькие. Показывай большой. А вот и наш громадный слайм. Гвоздь премьер. Артём будет распаковывать синий, как у мальчика, я красный. Да, я же что ли? Давай, вот тут мы будем все смешивать. Мы будем все смешивать. О, день и силы всемогущий! Ты варись, варись могущий! Это новинка! Если вот такая. Значит, никто не потрогал тот слайм. Он клубника пахнет. Я огромная говорящая клубника. О, у меня типа черничка. Вот это пока уберем в сторону. Надо бы побольше потом купить. Ага. Надо бы купить побольше. А то, когда мы будем ехать, этот же слайм уже лопнет. Ну да. Когда, например, мы поедем, вот так оставим, вот так, как ты сейчас сделала, там пузырьки появятся, и крышку так, например, так бабах. Сейчас будет такой шарах, баба. Спрыгнет. Да. И потом просто наша кошка его съест. Он весит 2 килограмма 10 грамм. Проверим, сколько сейчас. Ну, на вес я не знаю. Надо... сейчас я пойду взвешу на наших весах. И у нас, оказывается, весил слайм 20 грамм. Да блин! Итак, мы пришли, когда мы взвешивали, мы пришли и узнали, что наш слайм весит целых 2 килограмма 50 грамм. Да. Мы потом, мы сейчас будем вам рассказывать, какие мы делали рецепты. Мы сделали по 2 синих слайма чуть-чуть. Нет, ну не 2 синих. Мы которые сейчас мы добавили, один синий и мой второй синий. Серьезно? Синий и синий? Мне кажется, второй был красный. Мы еще добавили фиолетовый с блестками, и маленький с подушечками. Мы добавили сюда с зелеными, вот с такими пупырышками. Пенопластными шариками. Разноцветными. Да.
Итак, вот он. Мы их чуть-чуть блесточек тоже добавили. Ну да. Итак, ну что, пожалуйста, пишите в комментариях, что вы хотите, чтобы мы дальше распаковывали. И добавляли слайм. Да. Пишите в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки. Подпишись на наш канал, нажми на колокольчик, и будешь первым узнавать обо всех-всех новинках. Ну все, не пора. Мишка, подожди! И всем пока-пока!